Attention! This video contains an actual conversation between two Russian gals. So there is a lot of slang and interrupting, as it happens in a real situation. Viewer discretion is advised. Hello, our dear friends! Hi, guys! Welcome to Russian with Passion. Today we are going to practice one more topic connected with the appearance. So with Tanya, together we are going to discuss some guys and find out whether she likes them or not. So let's take a look at them. But first, let's take a look at the vocabulary list. Repeat after me. Глаза. Серые глаза. Голубые глаза. Карие глаза. Нос. Длинный нос. Курносый нос. Рот. Губы. Улыбка. Волосы. Длинные волосы. Короткие волосы. Темные волосы. Светлые волосы. Блондин. Блондинка. Лицо, щетина, фигура, спортивная фигура, высокий, высокая, низкого роста, среднего роста, худой, худая, полный, полная, симпатичный, симпатичная, привлекательный, привлекательная, милый, милая, красивый, красивая, приятной наружности, видный. Давай посмотрим, вот я тебе покажу несколько парней, и ты, соответственно, скажешь, как тебе они, что... Вот, первый, number one, номер один. Как тебе этот? Так, длинные волосы. Угу, тебе... Ну, ему же идет? Ну... Не то чтобы идет, но такой рокерский стиль, как бы, угу. Очочки еще, и такая поза еще да. Такая стоит. Ну, как инди... бы... ну так как бы... Это оригинально. Ну так, это необычно. Нос, смотри, какой нос красивый. Нос, ничего, да вообще лицо симпатичное. Так, ладно, то есть, ну, ничего, пойдет, да? Да. Так, следующий кандидат. О, это вообще симпатяшка такой. Ага. Небритый. Да, тут небольшая небритость, щетина. Щетинка недельная. Да. Вот. О, так смотри, это тот же парень, те же очки. Да нет. Та же футболка. Да нет, смотри. Смотри, футболка такая. Ну-ка, подожди. Ну-ка, ребята, посмотрите-ка. Хоп. Ну да, та же футболка. Окей, да. Sorry. Вроде... Ну, один и тот же. Ему больше все-таки идет без волос. С короткой. Да, без волос. Короткая стрижка ему идет больше. Окей. Так, ну он немножко худоватый. Худой, нет? Ну, не накачанный. Да. Да. Тебе такие нравятся? Ну, он не сильно худой. Вот ты бы видела моего брата, тут вообще вот такой. То есть нормально? Да, такой. Фигура, в принципе, вообще нормальная. А смотри, у него здесь темные волосы, ну, темнее, да, а тут светлые вообще, как блондин. Да, кстати, странно очень. Видимо, выгорели лето, а там не лето. Ну, неважно. Странно. Окей, следующий кандидат. Ну, даже не знаю, что сказать. А что? Ну, скажи, что нравится, не нравится. Ну, смотри, даже по виду, как бы, видно, рубашка, то есть он какой-то деловой. Да, да. Вот. Ну, и как по фигуре, как бы... Фигура у него более такая спортивная, да. Более, реально, да, спортивная. Да, да. Ну, так, ну, темные волосы. Такой типаж, наверное, не мой. Не твой, да? Да? А что именно не так? Волосы, глаза, нос, лицо, фигура, что не так? Не видно,
Не знаю, как-то лицо может быть. В общем. Да. Угу. Ну, еще же надо знать характер человека с другой стороны. Это да, очень мы важно. Обсуждаем чисто внешность. Да. Характер очень важен. Ладно, идем дальше. Первые 3 секунды мы по внешности определяем, потом уже начинаем. Да, да. Анализировать внутренний мир. Окей, дальше. Ну, этот симпатичный, но он как бы похож как будто бабник, я не знаю. Просто, не, правда, как бы такой, улыбка очень хорошая. Да, симпатичный парень. Вот у него тоже, по-моему, спортивная фигура. Так, ну что еще про него скажете? Блондин тоже. И такая чисто русская внешность, мне кажется, да? Да. Так, ладно, движемся дальше. А вот этот тебе как? Что? Ну? Ну, это, мне кажется, сыновья годится. Конечно, шляпа у него. О, модно, цветок, да. Но ему сколько тут лет? 9, да? 9-8 лет? Да, не больше 10, да. Сильно молод для тебя. Ну, хотя можно, как это, с сынишкой. Ничего себе. Так, а это что? Вот. Лицо-то какое-то знакомое, да? Кто бы не хотел, да, с Шварценеггером? Замутить! Да, а не сильно перекачанное тело? Ну, это для его конкурса, как бы. Ну, понятно, но ты же не для конкурса выбираешь, а для себя. Да, мне вот такие, если честно, вообще не нравятся. Аналогично. Конечно, посмотреть, просто посмотреть, пощупать, это нормально. А в плане жизни как-то нет, чересчур слишком. Да, согласна. Будешь каждый раз смотреть, блин, он пишет, и постоянно на него смотреть. А у меня жирок тут и там, он то такой идеальной форме. Так, вот. Джеймс Бонд. Да. Как тебе такая внешность? Ну, нравится, нет? Прикольно. Да, хороший он. Старый, они, правда. Да, староват. Уже все. Ну, сильно старый для нас, для тебя тем более. Да. Ну, я бы с ним замутила. Да? Ничего себе, тебе нравятся мужчины постарше? Да. Ага, вот так вот, значит, да, узнаю новые тут факты о Тане. Или постарше, или помоложе, понимаешь, или тот мальчик, да? А, да, то есть свой возраст не канает. Да, он слишком мелкий. Так, а вот... Не, ну, конечно, она замечательная, тоже очаровашка, но это она. Что, это проблема? Нет, я не по этой части. Да, я тоже. Мы, как говорится, нормальная ориентация. Если подумать... Если подумать, если нет на свете таких мужчин, которые удовлетворят меня с внутриуточки, то почему бы и не подумать о женщинах? Таня, ты меня пугаешь? Серьезно? Это просто было в шутку. Ну да, мы шутим. Да. Вот, но тем не менее, кандидатуры кончились у меня. Выбираем, кого мы все-таки в итоге выбираем? Джеймс Бонд. Джеймс Бонд, выбираем его. Он самый лучший, он самый классный, правда, нам он не светит. Да, ну помечтать, мечтать не вредно, вредно не мечтать. Да, да. То есть давай теперь опиши свой идеал. Мой идеал, конечно, у меня нет таких как бы идеалов прям... Ну, примерно, там, рост, сложение, рост, внешность, лицо. Выше меня, ну, это, я, если 1.65 м, то выше 1.65 м. То есть высокий. Высокий, да. Раз. Накачанный, но не чересчур. Спортивная фигура. Да, спортивный. Лицо, ну, худенькое, как бы, улыбка, чтобы ямочки были. Это так забавно, это так круто, блин, не знаю. Так, прям ямочки на щеках. Да, картавит. Картавит? Да, мне нравится. Интересно. Картавый. Угу. Так, не, что еще? Конечно, без этого, но мне нравится. Волосы? Не сильно короткие, не сильно длинные. А цвет? Цвет темненький. Угу. Так, что еще? Шатен или как там? Да, шатен. Брюнет темный, либо шатен, если ну, такие русы, карие. Да, ой, карие глаза, а каштановые волосы. Да. А цвет глаз? Цвет глаз голубой или зеленый. Окей, ничего, так нормально. Ну и одевается так стильно, так сказать. Ну или даже можно рубашки, там костюмчик.
чтобы стыдно было. Ладно, в крайнем случае ты потом можешь научить. Да, или меня кто-нибудь научит. Да, так что это все дело поправимое. Окей, so that's it, I guess. Enough talking about guys. Хватит о парнях болтать, помечтали, и хватит. So I hope that we hope that our class for you was useful today and you remembered some of the vocabulary connected with appearance, face, body. So we hope to see you soon. Keep studying Russian with us. Keep studying English with us. Happy Russian and English practice. Bye-bye. Bye-bye. Парни, свободно! Пишите в комментах. Да, кто хочет познакомиться с Таней, пишите в комментариях. Write in the comments. Those who like Таня. Меня зовут Таня, мне 21, да? Ты не уверена? Не уверена, я не помню. Мне 21 год. Если я в своей компании, я веселая.